И четвертый вопрос, очень простой. Учитывая то, что на прошлом заседании не было, а была озвучена информация, которая, на мой взгляд, кажется для города чрезвычайно важной и горячей, это информация относительно проблемы со складированием твердых бытовых отходов на муниципальном полигоне. Я именно поэтому хотел, чтобы присутствовал кто-то из руководства премьерии. Почему? Потому что я хочу получить ответ на 4 вопроса. Значит, первый. Сколько с момента озвученной информации на прошлом муниципальном совете было проведено рабочих встреч между руководством премьерии и руководством фирмы, администрирующей полигон? Второй вопрос. Куда в настоящий момент муниципальные предприятия вывозят мусор? Третий вопрос. На основании каких нормативных документов сегодня они вывозят туда этот мусор? И четвертое. Это какой долг сегодня перед администратором, администрирующим полигон, есть у муниципальных предприятий. Учитывая, что руководства премьерии здесь нет, я думаю, что здесь есть руководитель фирмы, администрирующий полигон. Вы можете мне ответить на эти 4 вопроса? Мусор приходится на основании контракта 2015 года. Сегодняшний долг 1 300 000. В среду полигон будет закрыт, так как, имея обязательство платить, не платят. Не давая ни одного ответа и аргумента, почему они этого не делают. Спасибо, господин Руслан.